рядом оказывается Лисовец. Лисовец опять атакует. Постоянно один, а то и два защитника идут вперед у Адмирала. Вот вам и оборонительная команда. Когда надо, все туда убежали. Но при этом без каких-то провалов обходится. Файзулин, добивание, гол! 2-2! Евгений Лисовец передает привет своей бывшей команде. И снова у Адмирала забивает защитник. 2-2! Ну, вот я только что отмечал, да, что защитники достаточно активно принимают участие в атаках Адмирала. Ну и вот подключение одного из таких защитников в итоге сказалось.